половина команды Локомотива уехала в сборную. И вот этот состав, который вышел сегодня, мы буквально потеряли 2-3 дня. Но, несмотря на это, мы друг друга понимали на поле, да, где-то эпизодами не очень, но в целом, если смотреть на общую картину, то двигались хорошо, были хорошие взаимодействия. И я думаю, с каждым днем это только будет лучше и лучше.